лучшие актеры живут в Чебоксарах, считают режиссеры камерного театра. И с ними можно поставить грандиозное шоу. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. От кастинга до премьеры мы проследим и расскажем, как рождается мюзикл о самом красивом городе Чебоксары – жемчужине Поволжья. Мне не нравится, что происходило на площадке. Театральные секреты, закулисные интриги и неподдельные эмоции в новом реалити-шоу «Жемчужина» с 12 ноября по воскресеньям только на национальном телевидении Чувашии.